Друзья, товарищи, приветствуем вас на канале Покемоша Лайф. Канал о поездах, путешествиях и всяких приколюхах. Сегодня мы подивимся на прекрасные в своем величии локомотивы и полусгнившие ретро-вагоны в не менее прекрасном чешском музее Лужны у Раковника. По счету это шестая серия чешского трипа и третья часть наших музейных похождений. Гляньте предыдущие, это довольно занимательно. Ну ладно. Мы уже видели некоторые луки отсюда, при этом каждый из них легендарен без дураков, а некоторые даже стали прототипами для ЧМ-2, ЧС-1 или ЧС-2, поставляемых в Союз и снискавших уважение у локомотивщиков. Все же надо сказать о самом музее. Давным-давно здесь находилось старомодное веерное депо Буштоградской железной дороги. Но в 1997 году добрые фермеры преобразовали ТЧ в одно из интереснейших и посещаемых достопримечательностей Чешской Республики. Фактически, это один из главных музеев поездов в стране с кучей отреставрированных, действующих ретро-локомотивов. При этом самый старый из рабочих выпуска 1903 года. Это, конечно, потрясающе. Так более того, время от времени из Праги организуются рейсы в сам музей на ретро-поезде в старинных вагонах и живым париком. Утром он увозит туристов туда, а вечером вертает гетбэк. Паровозы, которые мы наблюдаем, также действующие, периодически оживают, радуя зрителя своей мощью, блестящими на солнце стальными деталями, ревом тифона и шипением пара. В музее периодически происходит ротация экспонатов. Придя сюда, скажем, через месяц, можно найти что-то новое. К сожалению, мы смогли увидеть далеко не все ретро-машины. Многие находились в закрытом депо. Не удалось посетить и большой зал с моделями поездов, фотками и даже пультом ДСП. Что ж, музей в тот день не работал. Зато в рабочие дни на территории движуха, веселушки и фанис. Продаются всевозможные штучки для моделизма, электровозики, здания, деревья, тачки и так далее. Чекнем парики. Серия 313, Матильда, колесная формула 030. Аппарат выпуска 1904 года, офигеть! Это же ему сейчас 118 лет. И представляете, джентльмены, он на уверенном ходу водит ретро-поезда. Мощность машины 380 лошадей, а скорость до 45 км в час. Следующий аппарат 423 серии выпуска 1924 года. Такой же супер-ретро. Необычная колесная формула 141. Вроде как агрегат носит имя «Большой бык», вероятно из-за солидной для тех лет мощности 720 сил. Ну и скорость уже 50 км в час. Самый красивый из представленных здесь париков 477 серии, синий как паровоз машиниста Лунина. Аппарат уже из 50-х годов. Колесная формула 242, как у П-36. Машина действующая, водит ретро-поезда, в том числе из Праги в этот музей. Считается, что это последний тип паровоза для ЧКД. Совсем как у нас П-36-0251. Заметьте, все локомотивы без отдельного тендера, включая 354-ю серию. Это тоже древняя древность, 1925 год выпуска. За надежность и хорошие характеристики он был очень популярен среди машинистов. Мы обещали, что часть этого ролика будет с оригинальными звуками оттуда. Давайте посмотрим на вагоны в запасниках, как оно было в тот день. Тарам! Вот, друзья мои, вагоны, как я понимаю, производство вот эти чешские. А сзади меня стоит немецкий вагон, я сейчас тоже покажу. Вот это, там написано, что вот этот вагончик сделан в Германии. Немецкие вагоны. Ну вот как-то так. Я не знаю, какого он года. Тут не могу найти. Но тем не менее, древний вагончик. Такая штучка. Гидродемпфер. Ну, тут много техники вообще на после реставрации. И обратите внимание на подобие, как на дизель-поездах тележки-то. Прикольно сделано. Здесь это
водой пахнет. Как будто рядом какой-то водоем. Вот еще древние тут тоже хреновина. Древняя хреновина. Сюда спускаться нельзя, это понятно. Ибо нифига. И вот там тоже эти вагоны. Такие широченные тамбура. Мега широкие. Вот там этот самый мотовозик. Это, видишь, походу тоже чехословацкий вагончик. Круто. Там идет реставрация. Пойдем здесь обойдем. Да, где еще такое увидишь, кроме как, понимаешь, на канале Pokemosha Life. А дальше нас ждет вообще интересная крутотень. Посмотрите, друзья, вон эти древнейшие вагоны, которые еще ждут реставрации. И будь спок, их отреставрируют, о да. Эти ребята понимают толк в моторах. Вот такая бочечка. И тут тоже, видите, гидроколонка. Ну, чтобы совсем грустно-то уже не было. Еще кран на железнодорожном ходу. Сейчас здесь видится нормально. Смотрите, друзья. Даже две ручки. Это, видимо, не курящий вагон для некурящих. Уже тогда, видите, не были вагоны для курящих и для некурящих. Здесь много вообще почтово-бумажные какие-то. Это вообще древность лютая. А вон там двухэтажный, смотрите, в самом ангаре. Круто, да? Вот это я понимаю. Вот это сила воли. Здесь вода заливалась. Деревяшечки. А может это не двухэтажный, ну-ка. Нет, походу двухэтажный. Как они, элефанты называются. Вот гидроколонка, которая уже отреставрирована. Вот она, Чехия, друзья мои. Видите, люди пошли навстречу тоже. Сказали, окей, мил человек, смотри. Вот двухэтажный вагон. Вон там второй этаж и первый. Офигеть. Е-мен. И вот тут гравицапы. А здесь, ну, сейчас плохо видно, потому что солнце неправильно падает. Но тем не менее, видите, такие вообще, блин, люто. Древние вагоны, деревянной обшивкой. Дошли мы до запасников музея. Вот эти полувагоны, например, 72-го года, друзья мои. И это тоже Татра. Татра много чего делает. И вот они, эти достроенные, но которые, видимо, все-таки будут устанавливать. Мне кажется, они имеют достаточно большую историческую ценность, эти вагоны. Там еще М-62 стоит, тоже, видимо, ждет восстановления. Посмотрите, вот здесь. Вон тоже. Всякие-всякие разные. Крытые полувагоны, хопперы. Что только нету. Видите, ЧСД, чешские дороги. Такая обшивка деревянная, металлическая рама. И вот эти вагончики. Смотрите, какое старое дерево. Не знаю, какого они года. Вот, к сожалению, тут... Если где-то на раме написано, я не буду искать. Вот тут вон такая ходовка лютая. Вот еще один такой же. По типу наших НТВ, нормальных товарных вагонов. Вот еще. Но это чисто грузовой. Но тут вон даже, видите, будочка есть. Для тормозильщика вот с этой стороны. Вон она. Тоже буферные тарелки. Ни хрена себе. Смотрите, он залазил на крышу. И сверху этот дядька уже там тормозил то, что надо делать. Йоу. Видите, просим не залазить. Окей, не вопрос. Вот это я не знаю, что значит. Такие эйчики. Рессоры Галахова. Такие телеги на грузовых вагонах. И вот тут их тоже много тут. Друзья мои. И тут
Ну какой пассажирский древний. Надеюсь, его восстановят. Вот еще такой маленький крытый вагон. О, это же тендер. То есть вот еще, я говорю, будка машиниста. Смотрите. Виден парик. Офигенно, да? И вот площадка еще тормозильщика, да, куча. А здесь дощечки какие-то возят. Офигеть. Сейчас мы до туда дойдем. О, кстати, смотрите, еще забыл сразу обратить внимание на это. Обычный наш советский по типу. Ну, не советский, но вагон габарита РИЦ. Вы видите, да? Правда, ходовка другая здесь. Видим, более скилловая. Но в остальном он только вот тут еще, я так понимаю, будет отмываться или еще что-то с ним делаться. Там даже белье есть. Купешка. Вон, видите. На полке там, короче, лежат даже эти просто не всякие. Офигеть. Вот бы внутрь попасть. К слову, внутрь попасть вполне возможно в дни работы музея. Вот, например, фото из вагона. Трехъярусные полки, но только с одной стороны купе. Как-то так, друзья-товарищи. Музей Лужного Раковника. Надеемся, было интересно. А как вам цистерна для перевозки фанты? Вливайся, как говорится. Ретро-вагон для транспортировки пива. Уважение. Вагон-ресторан для приема пищи. Ресторан в ресторане. Концептуально. Понятно, что не всем экспонатам мы сумели уделить внимание. Вот они стоят и радуются. Древний мотовоз и его друзья. А сейчас пришло время определиться со зрительскими симпатиями. Мы спросили, какой из экспонатов предыдущей серии вам понравился больше всего. И вот что вы выбрали. Третье место поделили два лока. Т-478 и Т-435, он же ЧМ-2. Достойные аппараты, бесспорно. Второе место занимает Т-47, он же Тузик ТУ-3. Зрители отметили его ламповость. И, наконец, победитель мини-купера, мини-конкурса. Т-679, она же Машка, он же М-62 и он же Сергей, если по-чешски. Но тут вот какая приколюха. Один зритель утверждает, что круче всего в этом музее не Локи, а злая кривая Емен. Друзья, мы намеренно не стали рассказывать об уникальной и суперкрасивой автоматрисе серии М260, она же Серебряная Стрела. Хочется посвятить ей отдельный фильм. Как вы к этому относитесь? Или она не стоит того? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. И, конечно, фаворит от зрителей. Всегда интересно, какой локомотив особенно понравился вам из этого выпуска. Итоги в следующем ролике. Спасибо, что досмотрели это видео. Оценивайте его лайком или дизом. Не забудьте проверить подписку на канал. Смотрите нас в Телеграме, есть и группа в ВК. Мы благодарны всем, кто поддерживает наш канал. Еще раз всем спасибо. Всем удачи и до новых видео.